По данным сайта погода21.ру, на этой неделе Чувашию ожидают два циклона. Они приведут к температурным скачкам. Во вторник ожидается небольшое потепление от минуса 3 до плюс 2 градусов и снег. Однако уже в среду подует холодный ветер. Температура понизится до минус 13, минус 18. К выходным синоптики прогнозируют метель, снежные заносы и очередное понижение температуры. Местами до минус 22 градусов. Перепад температур весьма способствует появлению сосулек, поэтому акция «Стоп сугроб» плавно переходит в акцию «Стоп сосульки». Горожан просят сообщать о свисающих с крыш домов и зданий ледяных наростах по электронной почте stopsugrob@gmail.com. Если их не убирают управляющие компании, то можно пожаловаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 23 50 75.